Ну все, сейчас берем всю амуницию и поперли. Вот так вот я навьючился. О, лодку тащу. Пошли мы по другой дороге. Немножко. В середине озера. О, смотрите, как оно начинается. Вернее, оно там внизу начинается, справа от меня. А тут оно вот так выглядит. Да, комарики жигают. Облепиха мелкая. Что-то кустики маленькие у нее здесь. Вот такой здесь карьер выбранный. На палке не найдешь для розжига костра. Насобираем помаленьку. Рыба есть в этом болоте, наверное. А у нас ни удочек нифига нету. Ну и чё вы на самое солнце пришли? Так надо, да? Приехали. Да, там мусор. Что, стоит прям? А? Стоит прям? Вон, видишь? Вон, похоже. А, ну да, вижу. Окунёчек, да, неплохой. Как в аквариуме. Смотрите, не один. Вон, огонек один стоит. Вот прям на меня смотрит. Ну, иди сюда. Вон второй стоит. Кыш, не гудите надо мной. Окунишка стоит, видишь? Вот. Решил сделать обход вокруг озера этого. Небольшой. Сейчас подойду, сколько там, куда он тянется. Ну, скорее всего, тут недалеко. Сейчас увидим. Были дороги. Там перекопали. Люди, наверное, стали здесь гадить. И местные перекопали все там. О, мульгашня убегает. Окуньки, вот видел уже сколько раз. Обвал. Уголь блестит, наверное. Комары жарят. Он окунек удрал. Здесь даже ступеньки сделали.
Но рыбка бультыхается. О, палочку с собой возьму, мы ее спалим. Там вообще нету там пути за. Вот это караси. Они как специально подошли для меня. Вот это аквариум. Вон где мы костер ждем. Дров в округе вообще практически нету, приходится искать. Предлагаем, давайте слазим на гору за дровами. Хохочет. Здесь так у кустиков. Ну, дойду до самого угла теперь уже. Осталось-то чуть-чуть. Коршуны. Без них никуда. Не шлепнуться бы. Такая вот елочка здесь вымахала. Растет потихонечку прямо на тропинке. Съем я у нее один кустик. Вкусно, кисленько. Опять кто-то от берега удрал. Вот еще елочка. Такая вот маленькая. Всю рыбу испугал. Надо же было лезть. Фух. Опять рыбки отплыли. Ну все, туда. Че толку туда лезть? Все, тупик, край. Че лезть, а сходить охота. Проваливается мокро, обсыпается. Осыпается все. Каменюки. Вот он уголь, прямо на поверхности. А вот сосна.
Вот сосна. Комары меня сжигали. И здесь эти цветочки. Они кругом. Забываю я, как их звать. Вон опять рыбка плюхнулась. Ну все. Наверное. Лишь бы камушек какой-нибудь не покатился, не оторвался. Куда бежать-то? Некуда. Они могут. Он их как вымыло уже. Здесь. Все. Теперь же еще назад надо лезть. Ну, теперь точно край. Туда не полезу уже. 100%. Здесь вот так вот. О! Кедрушка лезет. И тут... Что это у нас? Сейчас посмотрим. Это тоже кедр. А это... И это кедр. Это елочка. Не, такие вон какие ядреные. Че, на чай насобирать поди? Поманеньку. Хватит. Так, как тут слазить? Фу. По россыпи не пойду, буду обходить. Мох мягкий, прям мягкий. Вот какой. Смотрите, как здесь четко. Сейчас пониже спущусь. Все, к самой воде спустился. Вот отражение. Все, мне надо перекурить. Вроде бы немного прошел, а круто все. Опять это хочет камнепад пройти. Бульку водичку. Ладно, одеваю. На руку камеру, на тесемку. Все, что-то у меня сегодня башка кружится. Жарко сильно. Уже жарко. Я уже спекся. Да. Если тут на целый день камеру поставить, дождаться этих камнепадов. Вон пласт угля блестит. Ладно.
Но дровишек прихватил маленько. Еще эту возьму. Березовеньких. Все, я с дровами. Фух. Опять тут надо переходить. Круто.